Здравствуйте! Тема сегодняшнего видео – посадка перца в марте. Сладкий перец любят многие, без него не обходятся рецепты салатов, лечо, пиццы и других блюд. К тому же он вкусен сам по себе. В средней полосе сладкий перец обычно засеивают в конце февраля с последующей пикировкой, либо в первую неделю весны, например, 4 марта. Благоприятные числа для посадки семян перца в марте 2019 года – таковы: 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 26 марта. Неблагоприятные дни посадки: 3, 5, 6, 21, 31 марта. Сверившись с лунным календарем, можно посадить перец на рассаду в определенные дни: 13, 14 и 17 марта. В любом случае не забывайте, с момента проклевывания первого росточка должно пройти около сотни суток до созревания овоща. Правильно посадить перец на рассаду в домашних условиях можно и после специальной подготовки, так называемого отравления посевного материала. Семена необходимо перебрать и удалить некачественные, с повреждениями. Их можно отбраковать, подержать 7-8 минут в соленой воде, которые всплывут, не нужно использовать. Чтобы сберечь будущие ростки от грибков, рекомендуется замочить посевной материал на полчаса в растворе перманганата калия густого розового цвета. Потом промыть и просушить на марле. Если хочется, чтобы сходы быстрее зашли, после травления нужно положить семена во влажную марлю и сутки подержать в теплом месте. Подготовка грунта для рассады перца. Прежде чем посадить перец на рассаду в домашних условиях, заранее позаботьтесь о земле, так как сеянцы к ней требовательны. Самое простое решение – приобрести готовый посадочный грунт. В будущем можно самостоятельно запастись необходимыми компонентами и смешать их примерно в таком соотношении: 30% огородной земли, остальное в равных долях перегной и песок. Другое удачное сочетание – по две части перепревшего компоста и торфа, одна часть песка. Обратите внимание, самостоятельно подготовленный грунт для рассады перца рекомендуется просеять и пропарить в течение часа. Это обережет его от грибков. Важно посадить перец на рассаду правильно, не очень густо, оставив между семенами свободные участки в 2 см, сверху 1,5 см почвы, не сильно уплотненной. Последующий полив должен быть очень аккуратным, чтобы не вымыть посевной материал. Посуду с посеянным овощем рекомендуется накрыть полиэтиленовым пакетом и поддерживать температуру 25 градусов. Как только появятся ростки, примерно на 5-й день, переместить посевы в хорошо освещенное место и регулярно переворачивать контейнер, чтобы рассада не наклонялась в одну сторону. Поливать сеянцы следует умеренно, теплой отстоянной водой. При этом жидкость не должна накапливаться в поддонах. Обратите внимание, не позволяйте грунту с рассадой остыть ниже 15 градусов, иначе рост перца остановится. Оптимальной будет температура 17 градусов. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях. Всего вам доброго! Не забудьте заглянуть в описание под видео.